предыдущей серии. Проснулся отец, а? Виси! Что, тебе нравится висеть? Виси, негодяй, подлец вонючий, это наша территория. Тут чел притонул? Он плыл за мной и притонул. Лол, маленький! Прихлебнулся, что ли, братан? Узрей! 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 Господи, ему пофигу вообще. Бля, у меня хп вообще нету. Ребята, у нас вообще нечего пить. Есть-то ты не хочешь, кабан. Здесь где-то ручеек. Блядь, где мой факел? Ой, ситуация. Попьем еще. Опа-на. Бутылочка водочки. Веревочка, блядь. А что здесь за нахуй? Здесь пиздюли людей камнями. И припиздюливаем. Сразу. Вот так вот, блядь. Миледи, блядь! Это что за нахуй, как будто вы меня ждали, блядь, весь день в ресторане, нахуй? Это что за появление, миледи? Подглядываешь за мной, сучка? Ю, всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я отец Шумору, и добро пожаловать в продолжение приключений Sons of the Forest. Значит, небольшая вставочка. У нас с тобой сегодня много дел. Я решил, как ты видишь, на канале очень плотно позаниматься игрой Sons of the Forest, потому что ее сильно ждал. Хочу ее попроходить вместе с тобой, поэтому спасибо тебе, как всегда, за лайк. Я рад, что тебе нравится, читаю все твои комментарии. Дел у нас много, не будем тянуть яйца за кота, а приступаем. Поехали, поехали. Итак, значит, братишки мои и сестреночки, работа продолжается, как говорится. Хибарка строится. Мне ребята сказали, что можно строить вручную. Я, в принципе, знал, что можно строить вручную, но этот дом я хотел построить. То есть это будет определенный домик, где мы будем хранить ресурсы, если у нас там будет сундучок и прочее, прочее. Значит, также почитал комментарии, ребята мне рассказали то, что быстрые слоты ты можешь им, значит, назначать в рюкзачке. Вот так вот ты делаешь, значит, и это типа твои быстрые слоты инвентаря. Я не понял, каким образом это работает, как это назначается, то есть мы берем рюкзак, у нас есть граната, флеер, например, удалить. Мы берем, да, вот у нас есть топор. Что я хочу сюда добавить? Например, хочу добавить факел. Да, то есть, смотри, добавить. Вот, я добавил факел. А, смотри, я могу либо добавить топор, либо копье. То есть, вот у нас есть два быстрых слота, да? Но как они работают, камень? Камень мне не нужен в быстром слоте. То есть, что еще я могу добавить? Фонарик не могу добавить, веревку не могу. Флеер, ну, допустим. Вот он у меня, рюкзак с быстрыми слотами. То есть, изготовленное копье у нас идет и боевой топор. Дальше мы выходим отсюда, из инвентаря. Да, и на 1-2 оно не переключается. То есть, никоим образом. На Ctrl мы приседаем, кстати. То есть, у нас есть с тобой режим стелсы. Но смотри, оно не работает таким вот образом. То есть, я не знаю почему, но мы не можем быстрые слоты, как-то вот тактическое действие сохранить, спать, выбрать режим постройки, изменить первичное действие вправо, взять, зарядить зажигалка влево, вправо, назад, назначение кнопок. То есть, у нас здесь нету быстрых слотов в плане того, что я мог бы их выбирать на 1, 2, 3, 4. То есть, как я понимаю, мы можем это сделать по-другому. Мы можем, типа, зайти вот сюда, быстро нажать сюда и выбрать топор, да? А какой смысл-то? А, вот так, господи. Ты, типа, зажимаешь инвентарь и выбираешь быстро то, что у тебя на нем висит. То есть, это все делается вручную. 1, 2, 3 ты в любом случае не будешь занимать. Это быстрый доступ, он, скажем так, знаешь, какой... Как тебе объяснить? Тихо! Уйди отсюда, маленький! Иди сюда все! Я забор дострою потом! Кидается он там камнями своими! Значит так, у нас с тобой есть определенные цели и задачи, которые... Кабан, расшугай их всех! Определенные цели и задачи. Мы с тобой находимся в ебенях, как говорится, нашего островка. То есть достаточно далеко и глубоко. Вот там вот у нас есть береговая линия. Я хотел бы пройтись по ней и заодно разведать, что у нас там наверху за маячок. То есть по этим маячкам нам нужно будет с тобой сходить. Еще в игре очень важный момент есть. Нам нужно найти лопату, мне ребята написали. Где ее искать, пока непонятно. Но мы будем с тобой действовать, соответственно, аналогично, как говорится, да? То есть мы идем от маячка до маячка и, соответственно, продолжаем наше приключение. То есть выживание у нас с тобой продолжается. Это достаточно интересно, на самом деле. Береговая линия, она наполнена, смотри, всяким разным. То есть у нас там есть останки вертолета, но мы пройдем с тобой через маячок. Слушай, а кабан пускай строит, может быть? Да, он мне не нужен, он все равно бесполезный. То есть единственный момент, который меня здесь удручает очень сильно в этой игре, это то, что, ну, кабан может там строительством заниматься, какими-то еще вещами. Слушай, а как убрать... А, на G убирать все из рук.
Но кабан не может воевать с туземцами. То есть он не может быть боевым пацаном. Я не знаю, почему и с чем это связано. То есть, но он почему-то у нас не боевой. Значит, движемся сейчас сюда. Вот, кстати, можно будет перекусить ягодок. У нас очень много ягодок с тобой накопилось. Вот черника, смотри. У нас постепенное пополнение здоровья будет. Вот мы кушаем чернику. И я не вижу, что прям... Как он красиво это делает. Опа, так, это в рот закидывается черника. Вот, молодец. Значит, ладно. Вот, я не знаю, каким образом еще взаимодействовать можно с нашим пацаном. То есть... Тихо! Не пиздеть, я воевать с вами. Я мирный. Я пока мирный. Я пока выживаю. У меня здесь очень много дел. На самом деле это очень прикольно, то что в этой игре тебе не дают четких задач, да, ну, грубо говоря, куда тебе идти, что тебе делать и зачем тебе это делать, да. Ты сам выбираешь, вот у тебя есть маячки, у тебя есть там береговая линия, такая линия, соответственно, и ты уже действуешь в этом направлении. Знаешь, что еще нужно сделать? Очень важно. Инвентарь должен быть во всех играх. Ну, вот, например, я привык, что у меня инвентарь на тап. Поэтому мы сделаем вот так. Вот, и тогда я могу в быстрый доступ. Оп. Вот так. Фэк. Чё, маленький? Чё, у меня топор есть? Нормально все? Съебались отсюда нахуй! Вот, и, бля, мне очень нравится, на самом деле. Я сейчас даже, вон, видишь, разные игры для тебя не снимаю, потому что хочу позаниматься плотненько The Forest'ом, потому что игру, в принципе, ждал. Не пизди там, блядь, не кричи на меня. Надо на мистера Фолени, на самом деле. Опа, нихуя там танцы-шманцы. А чё это мы здесь, блядь? Туземим. Говорят еще ребята, вот эти ящики можно разбивать, и в них находятся ресурсы. Сейчас мы будем с тобой грабежом. Чё, блядь, заметил меня, нахуй? Я тоже присел? Повторюшка? Короче, грабим их, нахуй. Я чисто на грабеже, ребята. Мне вообще от вас ничего не нужно, кроме ресурсов. Я заберу все, что у вас есть. Хуяк, пиздык. Прочекиваем ситуацию. На, нахуй. Это ограбление. Всем стоять на месте, нахуй. Так, спокойно. Вот это все припиздюливаем. Тихо, нахуй. Себе порычишь. Брезенты, хуенты, все забираем. Я ничего вам не оставлю. Ах ты нахуй! Неудачная ситуация, неловкий момент. Почему он сразу все хп мне снял? Что за ваншот? Блять, а сейчас я где? А, это тоже у нас, видишь, сюжетные такие моменты. Вот уже третий раз нас поймали. Это, видимо, что-то должно значить. Поймали, подвесили. Вы не можете даже закончить со мной! А ты там кто? А это что за чел там? Может, его спасти нужно? Очень много интересных моментов в игре, которые хочется изучить. ХП у меня каком количестве будет? Беги, братан! А где мой рюкзак? Блять! Все ресурсы же! Все, что знаешь, ты не посильным трудом-то! Ты в себя повтыкай! Сучка-вонючка! Не может быть такого. Не может быть такого. Они просто стопают тебя. То есть они просто стопают тебя. То есть смотри, ты не можешь действовать безнаказанно и безвозмездно. То есть смотри, если тебя ловят через определенное время, да, тебя, соответственно, запирают. Получается, какая логика? Я думаю, что это никакие не сюжетные вставки. То есть у тебя есть один шанс выжить. Да, потом ты либо этот шанс используешь и пиздишь свои ресурсы и выживаешь, либо ты этим не занимаешься. То есть у тебя две вариации развития событий. Ну, то есть второй раз, если ты окажешься припизнутым на этом же месте, то есть тебя уже, ты уже никуда не пойдешь. Все, я понял вас. Я понял, хорошо. Значит, мы не будем подставляться и в наглую грабить их. То есть мы будем по-другому действовать. Сейчас я здесь ресурсы пиздану, которые есть. То есть у нас в этом моменте. Там у нас лагерек, который есть. Мы тоже быстренько оббегаем и не подставляемся вообще ни под какие удары. Я думал, меня вообще перенесут в другую территорию, понимаешь? Вот это вот мы все заберем. Так, здесь у нас все вроде бы. Все, можно идти двигаться. Чувак, мне мой нахер не нужен.
Устрицы никакие, ничего не берем, жареную еду мы тоже не берем. Мы просто двигаемся в направлении движения. То есть нам нужна северная часть острова. Я не знаю, север это не север, почему-то GPS у нас не показывает. То есть еще раз переключаемся, вот туда мы бежим, на тот маячок. То есть там мы их подграбим немножко, да, чтобы у нас были ресурсы. Но будем действовать уже аккуратнее. То есть не будем таким вот образом наламываться на них. Бля, это очень интересный момент, то, что тебе дают один шанс всегда после того, как ты восстановил определенное количество хп. Мне кажется, будет всегда так. Но и смотри, туземцы, они бьют, получается, моментально. То есть у тебя все хп сваливается. Видимо, нужна еще какая-то броня. Возможно, здесь есть какие-то системы брони, может быть, в игре. Либо еще что-то. Как бы... Достаточно интересно, на самом деле, сделано. Но единственный момент, я думал, что мы как-то по сюжету будем попадать в какие-то разные места, когда нас перепиздюливают. Поэтому я люблю подставляться. В принципе, в первой части я подставлялся специально, для того, чтобы попасть, да, в сюжетные развития. То есть, если ты хочешь залутаться, ты там получаешь пиздюлей и попадаешь в пещеру. Тебя подвешивают за ноги, и в этой пещере ты лутаешь очень много лута. То есть, а здесь ты получаешь... Да не орите нахуй! А здесь ты, получается, это какая-то бесполезнятина. Ну, то есть, типа, ты на том же месте восстанавливаешься. То есть, тебя привязали там же, где и припиздюлили, как я понял. Далеко меня не уносили. И, соответственно, то есть, ну, смысла от этого особо нету. Поэтому лучше не подставляться. Подставляться не будем. Листву соберем. Что-то у нас с силами, я не могу понять. Вот это все покушкаем. Кстати, можно же откушать кусочком. Вот таким вот бекончиком. Все, у нас силы и энергии восстанавливаются. Ну, хп не восстанавливается, кстати говоря. Обрати внимание, это очень странный момент. По поводу пиздоножки. Ребята тоже подсказали, что... Не кричи. Ребята тоже говорят, что она боится твоего оружия. То есть, кстати, да, это логично. Когда ты к ней подходишь, если у тебя в руках что-то есть, пиздоножка начинает вести себя ненормально. То есть... А знаешь, что бы я сделал с тобой? Нам нужно с тобой действовать немножко по-другому. У нас дохуя тентов, правильно? Чтобы мы с тобой в ситуацию хуевую не попадали, мы разворачиваем таким вот образом тент. Да? И делаем здесь сохранение. Пока мы здесь не пролутаем, мы, соответственно, отсюда не уходим. Вот и все. То есть и таким образом у нас с тобой получается... Все достаточно благоприятно, и теперь мы можем с тобой спокойно пролутать все эти моменты. И если нас пизданут, мы просто загрузимся. Так будет грамотнее сделать. Вот это все я хочу забрать, но жадничать не буду. Я заберу все, блядь. Два тента забрали. Приоткрыли. Часы. Заебись, наручные часы коллектед. Похавали МРЕшечку. Тихо, не орать нахуй! Ограбление прошло успешно, теперь смотри, что делаем. Мы сохраняемся, чтобы тент нам не мешал. Вот у нас система лутания теперь. Мы сохраняемся здесь. И срубаем нахуй тент. Забираем брезент. И двигаемся дальше в направлении нашего движения. Таким образом, у нас с тобой нету вонючей метки, которая нам мешать будет в приключениях. В инвентаре новая инструкция. Там бомбы всякие есть и так далее. Это этим мы пока заниматься не будем. Вот, и таким образом мы не будем мешать с тобой ничем. Нам ничего мешать не будет, соответственно. И мы можем двигаться дальше. Никакие метки нам указания давать левые не будут. Да тихо ты, не пиздюка, я. Вавкает она. Сейчас доходим до этой метки. Забираем здесь важные источники. Потом идем на берег. Мне нужно пролутать берег, важно. Посмотреть, что там есть. Я не знаю насчет вместимости моего инвентаря, большой он или нет. Они постоянно следят за мной, но мне пиздиться с ними нет смысла. Еще ребята мне, кстати, напомнили то, что можно же сжигать тела туземцев, которые, соответственно, приходят к тебе в лагерь. Ты можешь спокойно их сжечь нахуй и получить кости. Из этих костей уже делать какие-то разные вещи. Например, стулья, да, там вот эти вот тотемы, которые, соответственно, отгоняют туземцев от нас. Бля, припиздюлить бы мистера оленя нахуй. Чё ты медленно бегаешь, Бэмби? А? Бэмби! Я сам медленно бегаю. Бэмби бежит прям туда, куда мне нужно. Ну чё, Бэмби, блядь. Блядь, какой же конченый лук здесь, а?
Какой же конченый лук. Как мне не нравится. Ты вроде на стрелу наводишь, но нужно брать немножко в другом направлении. Ладно. Стрелы мы потом сделаем. Перьев у нас много. Лук не очень мне нравится, как сделан. То есть вроде по стреле целишься, он куда-то уходит не туда. Надо посмотреть, как он стреляет еще раз хорошо. Опа. Красная тряпка. Это могилка. Здесь кого-то закопали, подожди, а маячок? Маячок закопан в землю, что ли, получается? Бля, мне реально нужна лопата. Да, смотри, он пищит прямо здесь. В кустах ничего явно. Палки заберу, кстати говоря. Бля, территорию расчистил, ничего нету. Видимо, вот здесь нам нужно копнуть. Но лопаты у нас нету с тобой. А нам нужно добыть лопату. Где ее искать, пока ничего не понятно. Но я думаю, что береговая линия должна как-то помочь. Мне говорили ребята, что на береговой линии можно найти, в принципе, ресурсы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть этот маячок, мы должны понимать, что... Этот маячок означает у нас... хуёвую ситуацию. То, что нам нужна лопата для того, чтобы копнуть внутрь, да? Делаем здесь брезент. Мы поставим здесь палатку. Чтобы у нас не было проблем. Ебанем палаточку. Сохранимся. И пойдем. Жалко, что между палатками нельзя быстро перемещаться. Сейчас выходим на береговую линию, и там уже будем с тобой заниматься всеми важными вещами. Может быть, там мы с тобой залутаем какие-то важные вещи, но мы с тобой веревки залутали. У нас теперь есть много-много-много-много-много разных ресурсов для того, чтобы крафтить в базе, на базе всякие разные штуки. Сейчас пройдем по береговой линии тогда. Посмотрим, что из этого выйдет. Там кабан, наверное, у нас уже достроил базу. Хорошо бы, блин, какой-нибудь холодильник найти, я не знаю. Я бы мясо и еду поскладировал. Потому что сейчас очень непонятно, где это все хранится. Кстати, и испить нужно водицы. А так как там море, мы воды там не попьем. То есть надо было попить в другом месте. Но у меня водочка с собой, как бы, блядь. У меня водочки сколько там? Ну, 3 бутылочки у меня есть. Нормально, блядь. Попить есть. А, и консервы мы с тобой залутали, смотри-ка. Консерву можно... Нельзя ничем вскрыть, что ли? Ни ножом ты не можешь ничего вскрыть, консерву. Кабан, ну это крайне странно. Консерву мы с тобой ебануть не можем, получается. Ай-я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 й. Опа, нихуя, здесь что у нас такое? Там бидончик какой-то стоит, блядь. Лагеречек, это не туземский лагерь, смотри. Веревки, у меня уже места нет для веревки? Да. Музло ебенит. С сумкой бабок челик ехал. Только здесь они ему не пригодятся. Там что, радио работает? А взять я его не могу, к сожалению, с собой. Я бы с собой радио взял, было бы пиздато. Но здесь кабану пизда, пацану. Здесь он, короче, решил обжиться немножко. Устроил себе лагерек. Но ему не повезло. Ему не повезло. Не фартануло. Но к успеху, видимо, шел. Батарейки забираем, это важно. Брезенты всякие. О, здесь можно сохраниться, посмотри-ка. Что это был за звук? Горелочка у него здесь, готовил себе еду, получается. Здесь нежился на солнышке, загорал челик. А потом кто-то пришел и пизданул его, я даже знаю кто. Туземчики пришли. А музыка как играла, так и играла. Так, наконец-то берег. Наконец-то берег, ребята. То, к чему мы с тобой стремились. Лодочки. Так, хорошо, он приплыл сюда на лодке.
МРЕ. Бумажная мишень. Отлично. Можно будет потренироваться. Часы. Несколько лодок здесь. Слушай, блядь. Шоколадки. Ой, мы здесь ресурсов. Здесь еды. Да, все, еды нам не нужно вообще. Мы с тобой абсолютно в припасах. Головы, сгнившие головы. Часы, бутылки. Здесь люди приплыли на лодках и бухали. Медузы, смотри. Медузе пизда. Ну, медузы более прозрачные на самом деле. Они как слизь, когда на берегу. Их палкой тыкаешь. Вообще лучше медузу не тыкать. Вот. Это такое себе. Тыкал хоть раз медузу? Ну, почему? И я сейчас не говорю про твою бывшую там. И так далее. Если ты вдруг об этом подумал, то я знаю, блядь, ваши шуточки. Медуза Сиракуза. Красиво. Атмосфера моря передается. И по звукам, и по всему вообще. Очень приятно. Неплохо мы с тобой, кстати, вышли, получается. Мы теперь имеем большой, огромный запас ресурсов различных. То есть у нас с тобой теперь не должно быть никаких проблем по еде. Ну, смотри, мы открываем инвентарь, это пиздец. У нас здесь МРЕшечки, здесь эта водочка, вся хуйня. Воды только нет, газированной, да? Бабки, смотри, бабулечки, денежки, 34 доллара. Нихуя себе пачка. Там что, по доллару и банкноты? Я думал, чувак с бабками что-то спиздил, какой-то вне закона, понимаешь, полетел на остров прятаться, а это не, нихуя. Это просто карманные. Так, а вот там у нас место крушения вертолета или что? Я вот это вот немножко... Я немножко недопиздюливаю. Бамбино, синьорита. Нам с тобою заебись. Тихо. Что за подгрузка? Смотри, на берегу ни одного туземца вообще нету. И единственное, лагерек, который был, это лагерь Челика. То есть по берегу ты больше ничего не найдешь. Ни черепашки, ни хуяшки, ни сосашки, ничего абсолютно. Сейчас уже будет темнеть, наверное. Нам нужно будет здесь лагерек с тобой разбить. Хотя я хочу цели вот эти выполнить, которыми... Может быть, мой кабан уже достроит там хижину. Слушай, а почему у нас там стоит К? К это Кельвин у нас или нет? Не будем сейчас туда возвращаться, будем сейчас все поочередно. Вот тут у нас вход в пещеру, я вижу, который тоже можно было бы пролутать. Большая черепаха. Вот с нее, может быть, панцирь можно будет снять. Пиздюлим черепаху. Вот, разделочка пошла. Вот, смотри. Да, теперь все понятно. И два кусочка, получается, мы с тобой сняли, соответственно, мясца. А, это место крушения. Это место крушения, таким образом, у нас обозначается. Мы пришли туда... Где мы начали? Это наше место крушения. То есть у всех игроков они по-разному начинают, но наше место крушения здесь. А нырнуть там... А, ну конечно, вертолет под водой. Видимость нулевая абсолютно. Не вижу в этом смысла. Хорошо, тогда мы заглянем сейчас в пещеру, которая находится в вертолете. Туземцев нет. Слушай, а вот эти ресурсы, они возобновились, нет? Которые мы... Смотри, все закрыто, боксы. Воу! В смысле? Я же это все лутал. То есть контейнеры... Контейнеры как-то обновились? Или это другая все-таки территория? Бля... Слушай, а по-моему это... Хотя те же эти ребята висят.
Где же это? Тоже место. Это однозначно тоже место. Но почему-то ресурсы обновились. Ладно, хорошо, давай мы зайдем вот в эту пещеру. Это же пещера здесь обозначена, по идее. Значит, здесь... Да, я вижу дырку. Охуительно. Ну чё, кабан? Полезли, блядь? У меня фонарик есть, я не буду сейчас использовать. Не буду использовать этот, зажигалку. Мы сейчас с тобой по фонарику пойдем. Здесь не работает GPS, его можно убрать. С фонариком обследовать будет удобнее. Это наши челики, кстати говоря. Опа, это что такое? Бля, такую бы лампу с собой. Опа. Баллон с воздухом. То есть мы можем плавать под водой, да, получается? Ноутбук. Кто шумит? Что-то еще полезное есть? А то мне скажут, опять не все лутаешь. Черепочек. Газетная вырезка. The Sunset Times. Что-то мне не нравится, как это выглядит все. Почему два челика припиздюлены? Хотя они выжили, в принципе, после крушения. Они из-за... Мыши летучие. Они здесь даже территорию, смотри, пометили. Здесь что-то есть жесткое? Мне эта хуйня... Ой, как не нравится. Я слышу, как кто-то там дышит. А могу я... Прошу прощения, конечно. Натянуть себе здесь. Ну, чтобы не было удивлений каких-то, да? Да, я могу здесь натянуть и даже сохраниться и спать в пещере, понимаешь? Это очень хорошо. Хуй лежит. Чё нахуй? Съебались все нахуй отсюда, блядь! Чё у вас тут? Чё прячете? Не плакать нахуй! Так, здесь что? Везде спасательные же. Они за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Нахуй пошел! Бесячилова, да? Сука! Слушай, а может быть по сюжетке меня сейчас в глубину ебеней? Может быть я в глубину ебеней попаду, подожди. Да, походу я в глубине ебеней. Ой, меня в кокон засосали, смотри. Блять, интересно. Я так и знал, что меня в глубину ебеней здесь и подвесят. Так, фонарик берем, хорошо. Где находятся мои медикаменты, у меня вопрос. Гранаты, вся хуйня. Блин, прикольно, то, что цвет подсветки можно менять. Ну, белый удобнее. Бля, так нихуя не видно. Вот медикаменты. Пизданули таблетосов. Меня засосали в кокон. Ну, мы прямо в палатке здесь. Второго шанса у нас не будет. В принципе, можно было загрузиться, но я не буду этим заниматься, манчикинство. Ну, типа, когда ты используешь какие-то моменты игры, там, загрузки, подгрузки, выгрузки, локации и прочее, будем играть как есть. То есть, если пизданули, то пизданули. Попить водицы я этой не могу никак. Охуеть, пизданожка! Это, вот это, ту, истинная пизданожка! Я ничего с ней сделать не смогу. Видишь, у нее тело как... Ладно.
зубами, понимаешь? Надо загружаться. Это истинная припиздюлька. Подожди, а давай теперь попробуем сделать по-другому. Вот теперь мы с тобой манчикинством позанимаемся. Мы сейчас пробежим туда в глубину, там что-то сокрыто. Там явно что-то сокрыто, там какие-то тайны. Там какие-то тайны, я тебе говорю, там тайны. И если там тайны, то мы откроем эти тайны. Игра не хочет показывать мне тайны. Но это истинная пизданошка с зубами, понимаешь? Это зубная пизданошка. Это да-да, вот это да. Блять, это интересно. Ух. Мне нравится, понимаешь? Не знаешь, что там внутри. То есть ты не знаешь, что там в глубине этой пещеры, понимаешь? Это очень круто. Загрузки нереально долгие. Я не знаю, что с оптимизацией. Конечно, оптимизация игры печальная. То есть мне ребята написали, что многие не могут вообще играть даже на достаточно сильных компьютерах, потому что проблематичненько, как говорится здесь. Технологическая, техническая часть сделана. То есть какие-то загрузки, выгрузки, подгрузки. И FPS у многих низкий достаточно. Но если на RTX 4090 такой FPS, конечно, это дело такое. Ну, мы будем загружаться сегодня, сэр, миледи, и Sons of the Forest. Мы будем играть сегодня в игру, блядь. Дай поиграть тебе. Дай поиграю. Короче, все, я жду. А, не, нормально. Так, здесь мы палку построили. Будем пробовать с тобой, будем трайть. Я предлагаю, знаешь, что сделать? По стелсу здесь пойти. Оно что, не прогрузилось все? Смотри, у нас не прогрузилась локация. Смотри, у нас по пизде все пошло. Смотри, приколюха. У нас ничего не прогрузилось. Глюк-бак. Забаговался, Форест, смотри. У нас нету пещеры, вообще не загрузилась локация. Все. Все, это пизда игре. Прикинь, это пизда игре. Вы уверены, весь несохраненный прогресс будет потерян? Она вообще по пизде пошла. Это очень странно. Так, ребята, я здесь. Сейчас будем их пиздючить. Значит, нам нужна боевая машина. Боевая система. Боевая машина, отец Шуморов в действии. Надо их откайтить и припиздюлить. Надо осветить здесь все, чтобы понять, какой у нас противник и какое его количество. Насколько он грозный. Тыкнул. Так, отошли от пизданожки. Стаминка. Пиздюлим. Пиздюлина. 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 Появлять он получил. Воткнуто. Отходим. На палатку. Хилочка, понеслась. Хильнулись. Дальше, работаем. Пизда вам, маленькие, блядь. Папа в деле, блядь. Я вас вижу, сладкие, блядь. Я вас чувствую. А нихуя вас там, вы чё, блядь? Как здесь стрела работает? Понял. Так, по пизданожке я попал. Я понял, как лук работает. Сейчас мы к этому приучимся. Работаем дальше. Вот, смотри. Мы наводимся вот так вот, да? Вот, и теперь мы попадаем. Мы знаем, как работает лук. Вот чтобы по тому попасть... Он, видишь, я попал вдалеке. Нужно правее от стрелы прицел держать. Вот, мы его припиздюлили. По-следующему не попал. Хорошо, на работу ведется.
Далее. Делаем сохранение. Бля, вот такие пирожочки. Так нужно играть. На пизданушку я не пойду. Стрелы можно забрать с челиков. Пизданушку обрабатывать будем. Подкайтили, стаминку восстанавливаем. Работаем дальше. Лук берем. Нихуя не видно, но очень интересно. И еще и припиздюлили. Не знаю, сколько ей нужно. Она деморализована. Забираю с нее стрелы. Хорошо. Ага. Агрессивная, блядь. Ей не нравится это. Но сколько в тебя надо, девочка? Что-то я устал в нее стрелять. Это все очень странно. Они неубиваемые какие-то. Вот, хорошо, один откис. Есть, пизда ей! Еще один маленький остался. Застревают в сталактитах, видишь, мальчишки? Все, пизда, ребята! Еще два! Еще на агрессии, два кабана! Продолжаем работать. У меня силы нет удара. Я с него достал. Кусочек мяса отрезал? Нахуя мне кусочек мяса? Так, сохраняемся. Ох, ребята, работа проведена, а? Ох, отпизжено. Отпизжено, ребят, не замечено. Смотри, маленький, блядь. Я сейчас приучусь на вас охотиться, маленькие, блядь. Мне уже будет не страшно совсем. Все, всех припиздюлили. Очень хорошо. Прошу прощения, чихнул. Спасибо. Так, значит, теперь мне нужно узнать, что в этой пещере такого. Да, и почему мы здесь. Почему ее так тщательно охраняют. Что здесь сокрыто, какие тайны, какие загадки. Здесь нихуя не сокрыто, блядь. Никаких тайн и загадок нету в этой игре. Точнее, в этой пещере. В игре-то есть, по-любому. Опа, нихуя, дырка. Слушай, а этой дырки не было. Нихуя. Здесь тоже веревочки. Веревочек у нас, кстати, огромное количество. Я бы сказал, неебическое. Человеческие ноги. Руки. Опа, нихуя! Акваланг! Теперь мы можем плавать под водой! Вы испытываете жажду, испытываете слабость. Я понимаю, я все испытываю, блядь, в этой игре. Ну, спасибо, сразу баночка, смотри, лежит. Уэк. Еще фаер. И здесь кто-то развлекался, блядь, плавал на надувном плоте. Опа, блядь. Ситуация. У нас акулка внутри. Бля, а нырять здесь надо, не? Слушай, я обратно. Ну его нахуй. Знаешь, что бы я сделал? Вдруг сейчас какая-то пиздень будет происходить у нас, братик мой. Мы здесь поживем с тобой немножко. Не, ну а чё бы нет? Чё бы нет, если да. Правильно? Если есть возможность здесь пожить, почему бы здесь не пожить?
Сохраняем ситуацию всю нашу. Мы добыли акваланг, ребята. Мы добыли акваланг. Интересно, это секретная локация? Я могу назвать видео «Секретная пещера»? Хотя она нихуя не секретная, я же пришел по карте по ней. Значит, нет, нихуя не секретная. Лутаем лучше, потому что ребята мне говорят постоянно, что им хуево лутаешь, опять не все пролутал. Ну, хлутатели какие, а, блядь? Сейчас, бля, вон, Pass of Exile поиграй. Там знаешь, сколько хуйни всякой падает, даже с фильтром, если у тебя настроенным. Вот. Там столько залупы падает, блядь, что если ты все будешь лутать, ты будешь только лутать в этой игре. Абсолютно все ненужное. Поэтому... Я как бы люблю лутать в играх, но в меру, да, знаешь, то есть вот, когда все забито, зачем мне лутать? Хотя вот газировки мы с тобой нихуево нашли сейчас здесь. Это очень хорошо. Я бы даже, знаешь, что сделал? Поел дошика. Дошик сухим, сухим кушал хоть раз? Я кушал. Знаешь, дошик сухим вкусный. Но потом он в животе разбухает у тебя, и становится хуево. Ну, кому как, конечно. Но, тем не менее... Сухой дошик, это представляешь, он тебе готовится в животе. Вот это да. Ну вкусно, да? Тебе нравится? Блять, а где я? Кто я? Я выживальщик. Членовсосальщик. Ну пизды, конечно, они дают знатно. Особенно пизданожка, она с удара тебя рубит, получается. И у тебя вообще ситуативные ситуации все превращаются в непонятные... моменты. Братан, давай. Он уставший у меня парень. Энергии нет, витамины не пьет. Витаминоз у него, походу. Надо витаминов найти. А это что за хуета? То есть у нас с тобой вот основная охрана, получается, с туземцами в этой пещере была... Ой, блядь, ну нет. Ну, ребятня, ну ёбаная суетня. А ну назад нахуй все. Мне ебало разобить здесь. Я могу их в ущелье держать, конечно. До поры до времени. У меня фонарик садится. А, зарядился. Отойдите все от меня! Ебать! Прям в жопку. Прям в жопку ему тыкаю нахуй. Так, там еще один был, у меня хп нет. Пизда. Ну это пизда, ребята. Нахуя у меня часов? Бомба с таймером. Не, ну бомбы мы пока до бомб... Не драм... Может водочки ебануть, чтоб легче стало? Я не знаю, у меня сил нету. Ой, пизда. Я не хочу. Я не хочу этим заниматься с тобой. Надо было водочки ебануть, блядь. Чё? Говорит, жизнь на пля... Ой, это маленькие пиздюклявочки! Слушай, мне пизда, да... Я не пойду вглубь. Я там на сохранении сейчас, короче, появлюсь лучше. Ну его нахуй, я сюда не пойду. Мы идем в глубину, в глубиней. Это глубина глубиней. Электрошоковое ружье. Подожди, а там часть комплекса. Это часть бункера. А где ружье-то, ебаный? Мы нашли тейзер. А сколько у нас зарядов? А сколько у нас... Знаешь что, подожди-ка секундочку. Сейчас. Один моментик.
Сейчас, один моментик. Окей. Сколько у нас зарядов, у меня вопрос? Могу ли я... Тихо, нахуй. Мне нужно уходить отсюда, короче. Ой, господи, блядь, да выключите вот это все вот. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Здрасте, сучка, блядь. Тебе нравится? Ее тейзером не убить. Ой, смотри, как ей хуёво. Ну и он нахуй. Короче, все, мы нашли ружье. Это секретная пещера, короче, я понял. Пещера просто полна секретов и тайн. Нихуя мы погрузились с тобой сразу. Акваланг. Тейзер. Куча пиздеца. Вот это я понимаю, приключения у нас с тобой. Это реально адская пещера просто. Просто адская пещера, ребята, блядь. Я отсюда сваливаю. Ну его нахуй. Я хочу уже наружу в глоток свежего воздуха, понимаешь, хлебнуть. И у нас хп ни хрена нету. Ой. Вот это да, конечно. Вот это да. Мы теперь на оружии. Конечно, это не огнестрел. Может быть, я что-то здесь еще упустил, но тем не менее. Но теперь мы можем чем-то пострелять хотя бы, помимо лука. Летучие мыши, заебали, летают. Еще и кусаться собираются. Е-е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 
Так, хорошо. Выходим отсюда. Ой, бля. Ой, подгрузки пошли всякие. Ой-ой-ой. Фу, фонарик убери, братан. Все, тебе не нужно. Убери, говорю. Мы чисто на пушке теперь. Ой-ой-ой, а что ты зависла? Ой-ой-ой. Прикинь, игра зависла. Выбрались из пещеры, блядь. Так, значит, я вернулся. Я очень надеюсь на удачный выход из пещеры, братик мой, сестреночка. Конечно, глюки сегодня у нас с тобой поражают, на самом деле. То есть, ну, такое возможно, конечно. Кстати, заметь, игра вышла, опять же, у нас в релиз не как релизная версия, а как версия раннего доступа. Таким образом, себя разработчики облагораживают и защищают. То есть, ты не можешь доебаться до того, что есть какие-то баги и глюки, потому что это ранний доступ, и здесь еще очень много работы нужно проделать и так далее. Но, опять же, этот ранний доступ делался огромное количество лет до вот этого вот определенного этапа. Надеюсь, у нас зависания не будет. Так, зависания нет. ХП у нас нет, фонарик убираем. Тезер оставляем в руке. Дальше. Берем GPS. Чекаем ситуацию. Нам нужно сейчас добраться с тобой до дома. И потом мы пойдем с тобой в другом направлении. У нас есть еще несколько пещер. И у нас есть еще... Вон там, вон есть дальняя пещера, да? Сейчас мы попытаемся добраться с тобой до дома, посмотреть, как работает наш братишка. Значит, какие выводы можно сделать? Пещера реально адская. Ну, то есть, как бы... Там, видишь, ну, хорошо, что мы с тобой поставили палатку, и таким образом ты можешь любую точку сохранения себе сделать, чекпоинт. Это очень хорошее решение для разработчиков, я считаю. То есть, то, что игрок может сам контролировать тот процесс, да, откуда он будет начинать, какие у него будут попытки и так далее. То есть это достаточно круто. И... Убрать оружие. Миледи, разрешите вас... Разрешите сделать массаж вашей третьей ноги и руки, миледи. Миледи, я бегу прямо к вам. Сзади. Миледи, я сзади бегу. Разрешите поговорить с вами. Я уберу все из рук. Миледи, я понимаю, что у вас ног больше. Ну, блядь, я очень устал. Да почему ты так агрессивно ведешь себя? Я ничего такого не хочу. Все, что мне нужно, это поговорить. Коза, блядь, а? Вот так вот. Мне кто-то из подписчиков рассказывал, что у него такие вот отношения с женщинами.
Ну, то есть, только он видит миледи, блядь, миледи нахуй, третью ногу достает и убегает сразу. Что-то не так с мужиком или с миледи, как ты считаешь? Как вот в такой ситуации действовать? Пиздануться нахуй. Паралимпийская спортсменка нахуй. Ну и ладно, ну и не нужно мне знакомство с тобой, блядь, у меня друг есть. Ёбаный стыд. У меня есть с кем пообщаться, блядь. Не хочешь разговора, значит, не надо, блядь. Кельвин, хуельвин. Что он там делает, вообще непонятно, блядь. Так, мне нужно отдохнуть на самом деле. Придется здесь разбивать лагерь нам с тобой. Сейчас, если стемнеет очень сильно, все пойдет по пизде. Да, давай мы сделаем с тобой. Знаешь что, меня же могут припиздюлить в любой момент. Вот. Не хотелось бы, чтобы до такой ситуации мы с тобой дошли. Поэтому мы должны с тобой предохраниться, скажем так. И здесь же переспать. Небольшой такой лагеречек с тобой устроим сейчас. Чисто так. Пофанчик, как говорится. Такой вот. Попробуем. Бля, ладно, сейчас не буду. Костерочек попище сделаем. Бля, ну давай попробуем. Похую. А чё, мы не пробовали еще ни разу, блядь. Ладно, мясо сейчас поджарится. Здесь пока сохранимся. Пока жаревочка идет. Непонятно, не вижу прожарочки. О, хорошо. Это хипульку нам прибавит немножко. Да, что у нас с ногой? Бля, нихуя не видно вообще абсолютно. Бля, я не знаю. Соль, перец есть? Хуй его знает, блядь. Не, я не буду. Ну его нахуй. Я просто посплю, отдохну. Я не понял сейчас, блядь. Да, я понимаю, что ты дурачок, блядь, у меня, но... Чё нет-то, блядь? Да, дурак ты, нахуй, да, дурак. Какого хуя ты здесь делаешь, кабан? Ладно, иди за мной. Господи, боже мой. Ты чё, это всё это время бежал за мной, что ли, братан? Ногу будешь? Не? Ну и ладно, хуй с тобой. Побежали дальше. Побежали к дому, я посмотреть хочу работу твою. Сейчас будем оценивать, значит, масштабы твоего строительства. Зайчик-хуяльчик! А где игуаны? Почему из игры убрали моих игуан? Игуана! А игуан нет, понимаешь? Ты вообще плейлист первой части моей смотрел? Который снимал для тебя когда-то. Ох, были эпичные приключения у нас с тобой. Но эта игра мне также доставляет, на самом деле, я кайфую. Если ты вдруг не знаешь, с первой части The Forest я решил заниматься стримингом вообще, в принципе. Расскажу тебе такую краткую историю. Вот, это был 2014 год, по-моему. 2015, наверное, ну, ближе там. Вот, и я решил постримить. И что-то смотрю, людей просто пришло ебанистическое количество. Меня как закидали донатами, и я такой подумал. Ух ты, а почему бы и нет? И все, и решил снимать видео и стримить. Вот так вот получилось. И всему этому была предшественница первая часть The Forest. На самом деле. Ну вот и когда было принято решение, чтобы заниматься этими всякими вещами. Так что это вот такой вот интересный момент. А потом я уже начал снимать полноценное выживание. Так-то ее постримливал когда-то. То есть так, ну, не именно, знаешь, вот когда вышло из The Forest 2.0, когда они как раз-таки сделали кучу обновлений и такую вот уже более релизную версию. А тогда мы уже с тобой пошли искать сына и полноценно играть в игру. То есть тогда я начал снимать для тебя серию прохождения, серию выживания. Надо пройтись по пещерам. У нас есть еще две пещеры. Три пещеры. Короче, меня интересует вот та пещера, которая сейчас находится на севере от меня. Я бы ей позанимался, на самом деле. То есть вот в эту пещеру нам нужно будет с тобой отправиться дальше, как мне кажется. Дом не достроен нихуя, Кельвин, блядь!
ты чем здесь занимался, я не понимаю. Ты понимаешь? Ты понимаешь, блядь? Чё нет-то нахуй? Вон дом, блядь, почему не достроен дом? Я прошел через адские круги ада. Я убивал пиздоножек, всяких негодяев-подлецов, а ты чем занимался здесь? Пиздец, бля, бери бревна нахуй. Он вообще без меня нихуя не делал. Надо тележку взять, на самом деле, сделать, чтобы бревна найти. Охуеть вообще, Кель, ничего для тебя, вообще ничего для тебя оставить нельзя. На! Бери бревно! Не будет он брать бревна, я понял. Кельвин, блять, а? Ну посмотри, ну ничего нельзя доверить человеку, получается. Вот нахуя ты это сделал сейчас? А, мы пол с тобой делаем, да? Замечательные мы ребята. Нахуя нам вот эти вот бревна теперь здесь? Давай, не это, не ёби мозги. Построй, заверши постройку. Отдыхал тут, значит, да, нихуя не делал, да, Кельвин, блядь? Да, нихуя не делал. Бесполезный ты просто, блядь. Иди, давай. Нет, нет, Кейтон, блядь. Реально, я через такие круги ада прошел. Такие моменты как бы пережил. Просто жесть какая-то. А Кельвин непонятной хуйней здесь занимался, перья заберу. Нормально у нас в корешнике. Маленькая пиздючка! Отдай мне мяско. Значит так, братья мои, сестреночки. На этом мы с тобой серийку сегодняшнюю заканчиваем. Мы охуенно провели время, я считаю. Очень плодотворно. Нашли акваланг, нашли пистолет. Теперь у нас есть пистолет. Граната у нас так и была. Руки, ноги, черепа. Бумажная мишень. Хм. Ну что, прикольно. Так ее нельзя? Ну, пускай здесь будет, блядь. Можно? Не? Припиздюлить ее сюда нельзя? Странно. На палатку тоже. Здесь мы будем тренироваться из лука. Лагерь обживается, КГ, а? Молодец. Молодец, хуяришь. Это, и что там, бревна есть еще? Я могу помочь тебе, братан. Давай въебывай нахуй. Нам домик этот нужен, потом будем уже делать с тобой. Что у нас там в ловушке? Вообще нихуя не происходит. Кельвин, чем ты здесь занимался? Я вообще не понимаю. Бревна где ты повалил? Вижу. Покатилось. Покатилось бревно, вот и оно. Нам с тобой повезло. Пиздоножки на зло. Пиздоножки на зло. Так, мы пол теперь должны здесь сделать. У нас теперь здесь вариации только по полу. Пол практически заложен у нас, да? То есть еще. Строй, хуярь, блядь, как мячик. Значит так, братик мой, хочешь еще за Фореста, не забывай поставить лайк. Я, соответственно, за видосом у меня не постоит, как говорится. Будем продолжать работать над этой игрой и смотреть, что у нас здесь получается. Мне игра нравится, несмотря на те баги технические неурядицы, которые у нас с тобой были. Поэтому увидимся на новом видео. С тобой был я, Утес Шиморо. Пока-пока.